Холоднова Ирина Львовна. Коллектив назвали «Петрушка» в честь первого персонажа русских народных кукольных представлений. На третьем фестивале театр показал спектакль по произведению Милна «Баллада о королевском бутерброде» в переводе Маршака, который получил гран-при фестиваля. Также приз в номинации «Лучшая мужская роль» был вручен Денису Чунихину, исполнителю роли короля. На нашем фестивале театральная студия кукольного театра «Петрушка» покажет спектакль «Кошкин дом». Встречайте! Welcome.
Всех прекраснее
пианино, потерем на вас могу. Нет, сыграй галоп козлиный. Козью пляску я могу. Петушиный танец звонким я, пожалуйста, сыграй. Мне душу, ты пласю. Вальс куриный, да? Валяй, не могу же я простить. Уводи, все за вас. И пляшите, что хотите. Лишь бы был веселый пляс. Словечко
Браво!
международного фестиваля за успешную работу в жанре кукольного театра присуждается студии кукольного театра «Петрушка» Рокфилл на спектакль «Кошкин дом».